Много лет назад здесь был детский сад, ясли, завода «Стройдеталь». Но в 90-е годы учреждение было закрыто. Здание опустело и со временем разрушилось. А прилегающая территория превратилась в свалку мусора. Мы занимаемся параллельно работой укрепления, усиления несущей конструкции в первую очередь. Значит, и последующее устройство перегородок, стен. Значит, занимаемся подготовкой к работе кровли. Садик на Терешково реконструируют, и 250 малышей Первомайского района получат путевки. Дошкольные учреждения оснастят всем необходимым и современным. Сложная ситуация с детскими садами меняется в лучшую сторону. Тысячные очереди за путевками сокращаются. Дошкольные учреждения продолжают открываться в разных районах города. Строители с одного объекта сразу переходят на другой. Возводят здания с нуля, либо возрождают потрепанные временем. Мы каждый год эту задачу выполняем. И в этом году, например, 6970 с лишним детей получат путевки. Такого количества путевок не получали никогда дети города. Уже проделана большая работа, и темпы администрация города сбавлять не собирается. Рождаемость в городе с каждым годом только увеличивается. Алина Черненко, Василий Косилов. Новости на Восьмом.